Минцифры Российской Федерации проработает вопрос о включении дополнительных IT-специальностей в список на отсрочку от несения срочной службы в армии глава ведомства Шадаев. Отсрочку? То есть один фиг ты пойдешь. Но чуть-чуть позже. Вариант с резервом уже провалился. Теперь отсрочка, которая явно тоже провалится или просто не будет работать. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.